В Артеме открылся центр декоративно-прикладного искусства и дизайна «Истоки». Накануне прошла презентация работ члена художников России Николая Тимофеева и студентов Приморского краевого художественного колледжа. Стиль пленэр – особый вид живописи, где художнику необходимо запечатлеть настроение природы в данную секунду времени. Пейзажи морского берега и скал, осеннего леса и силуэты людей отражаются на холсте творца. Мастер этого жанра Николай Тимофеев стал первым, кто разместил свои картины в этом зале. О его работах знают не только в России, но и за рубежом. Вдохновение художник получает из окружающей его природы. Поет, берешь, и оно ж, погода меняется, тучки плывут. Все надо успеть, быстро запечатлеть, потому что через секунду будет все другое. Как время. А время назад не возвращается. Не меньше интерес гостей вызвали работы студентов Приморского краевого художественного колледжа. Некоторые из них стали дебютными. Центр «Истоки» обещает стать площадкой, где молодые авторы могут показать свое творчество артемовцам. Ребята, которые никогда не отказываются от каких-то предложений, всегда проявляют фантазию, которые любят русскую культуру, причем русскую культуру туда с углублением в историю, то есть древнерусский фольклор. Это сейчас особенно важно, когда мы возвращаемся к истокам. Декоративно-прикладному искусству уделяется особое внимание. Взрослые дети могут воплотить смелые творческие идеи в гончарной мастерской и студии изобразительного искусства. В этом им помогут опытные мастера. Мы занимаемся возрождением и привлечением внимания к культуре, к традиционной в том числе. Большое внимание публики сейчас мы видим к рукоделию. Но вот именно декоративно-прикладное искусство – это вещь более серьезная, требующая большего внимания, больших навыков, больших знаний, более сложных материалов. Необходимые материалы есть, а знания приобретаются во время работы. В роли мастеров декоративного искусства первыми выступили дети. Дебют получился удачным, хотя их работы нельзя назвать профессиональными. Однако они заняли свое место на полках мастерских. Максим Шпагинист, Надежда Светлана Нурик, «Городские новости».